на канале Лаки Джеки. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Простите, ребята, что я так давно не снимал, потому что особо у меня не было идей. Но сейчас у меня появилась идея. Кстати, кто не знал, я играю в Adopt Me. Да, ребята, может, если мы на этом видео наберем 150 лайков, то тогда я сниму обзор, про каких персонажей у меня есть. Начнем. Так, сейчас мы будем с вами играть в карту Титаник. Если не в Титаник, потому что она очень уже не залепила. Но очень интересная. Там, конечно, там терпение нужно иметь. Но еще страшно, мы терпившие. Так. Вначале мы спавнимся. Вот, кстати. Так, а что же это такое? Это запрещено нам. Не запрещено. Так. Ну, давайте самый простой. Ой. Корабль. Да, ребята, как вы уже поняли, ну, давайте я вам немножко обзор покажу. Протонувший корабль. Да, вот он, кстати, тонется. Ай, ребята, не будем зацикливаться на этом. Так, где лодка, лодка, лодка? Быстрей. Куды? Куды вы? Мене забули. Опа, куды я? Опа, все, как Аладдин. Так, подвинься. Я что, сесть не могу? Что ж тут такое? Ну хорошо, буду держаться за тебя. А, ну что же вы так крепко сели? Так, ребята, кто не понимает, что тут? Мы что ли летим, что ли едем? Ничего не понятно у нас тут. Так, ну оденем жилет на всякий случай. Поехали, ребята. Поедем этот, куда там? На поле чудес. Ой, нубик прискакал. Квадратный. Так. Прям на голову мне. Ой, как приятно. Ой-ой-ой. Опять нубик. Так, ребята. Вроде бы меня ниоткуда в одни выгоняют. Сидим. Ой, бедный челик. Ну, до свидания. Мы пока выигрываем все такое. Давайте зайдем, не знаю куда. Ой-ой-ой-ой-ой. Как мы это плывем? А мы плывем вообще или мы едем? Что мы не едем на всю? Что мы не плывем? Вот так. Ошибку небольшую сделал. Так. Ну подвиньтесь вы, боже мой. Дыр. У кого-то день рождения. О, я сел. У кого тут день рождения? Я. Ребята, мы тут поздравляем. Если я с вами встречусь, я вас смогу поздравить с днем рождения. Так, ребята, мы плывем или мы сидим? Очень тяжелый вопрос. Что? А! Так, ребята, мы типа выиграли. Быстрее, куда вы, куда я? Плюс у этих штучек. О, мы можем найти самый хардкор. Шоцы, бум, бум. Самый хардкор, шоцы, бум, бум какой-то. Так, это что означает, типа хардкор или что? Ой, я не хочу тут, я хочу пойти на мои лодочки, чтобы заранее не куда-то бегать, пока корабль будет гнуться, а заранее прийти. Так, идем наверх, ребята. Никогда не поздно прийти. Это как там этот правильная проговорка? Никогда не поздно или что там? Ну, вот именно у меня. Точно. О, вот и лодка как раз, ребята. Так. Так, прыгнем сейчас. Сейчас я вам покажу немножко некоторые функции. Вы спросите, что это? Ту-ту-ту. Да. Все, встаем. Неужели это ты? Это правда он? А, не, не он. И он. Так, ребята, заранее садимся в лодку. А то я знаю этот людишек. Они, конечно, в одно время жестокие, а в одно время добрые. Так. Шоца. Какие-то какие-то чемоданы. О, шоца. Шоца в мене. Ничего не понимаю. Так, ну, будем так. Так, это мы поменяем настройки. Ну, пусть это будет. Сидим, ребята, сидим. Когда уже это превратится в лодку, я смогу поплыть от вас. Именно от вас. Не от каких-то хорошеньких людей. Ждем. Пока. Ждем. Сидим. Не грустим. Ах, скучно ждать, скучно. Давайте я вам быстренько обзор про Титанику
Что мы будем тут скучать? Так. Так. Скучно все-таки, наверное, вам будет. Так, в воду мы не прыгнем. Нет, давайте, не знаю, посмотрим. О, точно, я знаю, где будет веселуха. Опа. Мы тут эти по крышам лазим. Тик. Если будем тонуть, прибежим. Что, мы не умеем ходить? Мы сейчас упадем и все. Что тут за каракульки? Но все равно мы на лодке. А, это медик. Стоп, это уже лодка, да? Типа, или что это? А, это лодка заводная, то есть она плавать будет. А когда плыть? Плыть! Да, ждем, ребята, ждем. Так, попрыгаем немножко. Ой, как весело. Ой, веселуха. О, и тут лодки. Ну тут мы, наверное, и поплывем. Поэтому, ребята, будем в курсе событий. Всегда будем стоять тут у входа, ребята. Так, что это за штука? Что вы меня учите? Чем? Математикой? Что вы меня учите? Так, вроде бы мы живые, не мертвые, никакие. Ой, солнышко, прям как в реальной жизни. А ну посмотрим, где тут солнышко, закат наш. Красота. Когда мы плыть уже будем на лодках этих. Вот это мне еще больше бы хотелось. Тут, наверное, уже будет ускоренная съемка. Так, ребята, сейчас мы быстренько с вами проверим, где находятся лодки. Ой, то есть не лодки, а где находятся эти штучки. Не штучки, а... О, что это такое? О, что это? Ой, а как вниз? А, шоцы. Мы куда-то летим. А где это? А, эти каюты. Как там они правильно? Но я хочу спать. И что мне сделать? Квартиры. О, квартира, номер. Какой номер этой квартиры? Или это не квартира, это путаница. Как мне зайти? Ай. Как мне в квартиру зайти? Так, где выход отсюда? Я застряг. Так, ребята, нужно быстренько... вот подсказка. О, не нравится мне это тут все. Когда уже лодки заработают? Да, добрый день. Кто вы, рыцарь? Кого вы защищали? Никого, понятно. Плохие, значит, вы. Так, быстренько подпрыгиваем. Ой, что это? Мы еще не тонем? Нет, не тонем. А что у нас так мало? Или это просто они все в каюты позабегали, которые закрыты? Так, я быстро на трубу. Этот обзор трубы. Сиреноголового. Обзор трубы. Так, ребята, поднимаемся на трубу. Так, не понял. Поднимаемся на трубу. Обзор. Обзор трубы. Труба меня убила. Минус 10 уже все. Минус 10 чего? Жизнь или чего? О! Наконец-то хоть кто-то живой. Так, давайте напишу. Так, ребята, ну и героично. Ой, ошибся с кнопками. И героично садимся. Да-да. Куда вы? Куда вы? Меня? Ой, боже мой. Быстрее. Панцирь. И на этом, ребята, мы с вами будем подходить к концу. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться и ставьте лайк. Пока-пока. До новых встреч. Я, кстати, утонул. Погнали!